С Международным женским днем зрительниц АТВ поздравляют известные мужчины республики. Чего они нам желают, смотрим внимательно. Уважаемых милых дам республики Баэти, хочется поздравить всем замечательным праздником, пожелать весеннее настроение, пожелать счастья, любви, здоровья, и чтобы все желания исполнялись у наших дам. Мы все для них и только ради них. Чтобы им было в этот день очень праздница, чтобы их поздравили подруги, друзья, чтобы пришли дети с внуками, окружили их лаской и заботой. Они накроют стол, а мы вручим им праздничные цветы и поздравим с этим большим женским праздником. Хочу видеть вас, женщин, все время красивыми, счастливыми, быть любимыми, любить и быть любимыми. Здоровья вам на долгие годы, чтобы у вас дети, все было благополучно в семье. Цветами поздравили, подарочки раздам. Всегда. И постараюсь стол организовать. Это я как-то умею делать. Все, что смогу, то сделаю. Хотелось бы поздравить наших дорогих девушек, дам, наших мам, бабушек с таким замечательным праздником. Я хочу, чтобы вы все радовались этому дню, чтобы вас поздравляли, ценили и любили. В этом году буду дарить сертификат на рисование картин и цветы.